измученный дорогой, я выбил свою сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Пусть как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Расскажу. На улице темнело, сидел я за столом, и стих сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Пусть как дома путник, я ни в чём не откажу, я ни в чём не откажу, я ни в чём не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. И вот среди ночи ковыли под окном, старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес, друзья хотят покушать, пойдем прядем.